русские в Финляндии, финны в России, ингерманландцы хотят стать признанной частью истории Финляндии, или, Финляндия, Хеди Зиден, или, Финляндия. 9 октября 2019 года. 5 октября, в день имени Нанкири по финскому календарю, финские ингерманландцы вспоминают грандиозное по масштабу переселение ингерманландцев которое произошло 75 лет назад. В 1943-1944 годы, во время войны продолжения, в Финляндию переселили с оккупированных немцами территорий около 63 тысяч человек с финскими корнями преимущественно женщин и детей. После заключения перемирия в СССР были возвращены 55 тысяч человек. Однако они не смогли вернуться в Ингерманландию. Ингерманландцев выслали в центральные регионы России между Москвой и Ленинградом и в Сибирь. Возвращаться на родину было запрещено. Многие ингерман узнали об этом только тогда, когда поезд, на котором они возвращались из Финляндии, не остановился в Ленинграде, а продолжил путь. Журналистка Ц ингерман корнями Леа Паканин, Леа Паканин, которая переехала в Финляндию в 7 лет, считает. Что история? То, что произошло с родителями, бабушками и дедушками и предыдущими поколениями. Главная часть идентичности ингерманландцев. Самосознание ингерманландцев всегда находилось под давлением Финляндии и России. Когда мы жили в СССР, нас считали необычными и немного странными, потому что мы были финнами. У нас были финские имена, которые никто не мог произнести или правильно записать. Мы праздновали католическое Рождество, говорили по-фински. Потом, когда мы переехали в Финляндию, мы вдруг оказались и в Финляндии необычными и странными, ведь мы были русскими. Наше самосознание определяли другие люди, говорит Поканин. Мнение Лей Поканин разделяет многие ингерманландцы, которые переехали в Финляндию в третьей волне миграции которая началась в 1990-е годы. Многолетнее молчание история, значительная часть самосознания ингерманландцев. Но эта история десятилетиями замалчивалась как в Финляндии, так и в Советском Союзе и России. Лео говорит, что исследования проводятся, но они не были популяризованы или, к примеру, включены в школьную программу. В Финляндии об ингерманландцах молчали 40 лет. Преподаватели Родители друзей, общество не знали, кто такие ингерманландские финны. В школе об ингерманландских финнах ничего не говорили. «Я не находила объяснения тому, что слышала дома, тому, что произошло с нашей семьей», — говорит Паканин. Она брала интервью у девочки, классу которой дали задание написать о месте своей семьи в финской истории. Девочка написала о своем дедушке ингерманландце, который воевал в армии Финляндии против Советского Союза, но был вынужден вернуться в Советский Союз, где он 10 лет провел в лагере для военнопленных. Из лагеря дедушка перебрался в Эстонию. Позже он получил от президента Финляндии Урха Кеконина, Уро Кеконин, почетную грамоту. Девочка родилась в Эстонии и вернулась в Финляндию как репатриант. По словам Паканин, Учитель не принял историю девочки. Другим детям, которые оказались в похожей ситуации, сказали, что эти события не относятся к истории Финляндии. Исследователь Тойва Фленк, Тойва Флинк, который изучал историю Ингерманландии, подтверждает слова Апаканин. По Он изучил финские учебники истории за несколько десятилетий. И ни в одном из них не упоминались Ингерман-Ланса. Пока школы и университеты не признают историю Ингерман-Ланса частью истории Финляндии. Ингерман-Лансы нич могут стать частью финской культуры, говорит Туиво Флинг. Нет ничего удивительного в том, что молодое поколение часто пребывает в растерянности. Те, кто пережил тяжелые времена, не хотят рассказывать о своем тяжелом опыте, о переселении, депортациях сталинских репрессиях и расстрелах молчат. С другой стороны, о сплочности ингерманландской молодежи говорить не приходится. Многие живут в Финляндии уже как второе или третье поколение иммигрантов. Для них этот вопрос является не таким важным, как для тех, кто приехал в страну ребенком. Не говоря об ингерманландцах, которые живут в России как на территории Ингерманландии, так и в других регионах России. Куда когда-то были депортированы бабушки и дедушки? В организациях работает преимущественно старшее поколение. В Финляндии действует несколько ингерманландских организаций. Например, Ингерманландский союз Финляндии, это Академическое Ингерманландское общество Финляндии, Сумина Катемининанкирися Ура, и Просветительский фонд Ингерманландцев. Энкерилай Стенсивист и Сатя. В их деятельность в первую очередь вовлечены пожилые люди. Об этих организациях не сообщают через те информационные каналы, которыми пользуется молодежь, например, организации не представлены в социальных сетях. Специальные деятельности, направленные на молодежь, нет. Некоторые участвуют в летних ингерманландских праздниках. Я сама однажды приняла в них участие, но до этого я о них ничего не знала. У некоторых есть дома национальный костюм, кто-то умеет исполнять национальные песни. Это очень зависит от семьи, говорит Паканин. Об Бенгерман Лансах все же хотят узнать больше. Этим опытом хотят делиться. Вместе со своим отцом Сантери Паканином, Сантери Паканин, и фотографом Мерии Каутаниями, Мерии Каутаниями, она делает проект по сбору информации о местах, в которых жили Ингерман Ланцы. Была поставлена цель увидеть те места, получить немного конкретики о том, как жили Ингерман Ланцы, кто сейчас все еще живет на этих территориях, куда их отвезли, в каких условиях они жили, рассказывает Поканин. Также авторы проекта брали интервью у живущих в Финляндии Ингерман Лансов старше 20 лет. И хотя выставка откроется в Национальном музее Финляндии не раньше конца января. Проект уже привлек к себе внимание. В том числе и финской и германландской молодежи. Авторы проекта рассказали о нем в социальных сетях и получили большой отклик. Кто-то поделился своим опытом. Кто-то хотел бы узнать больше о том, что не хотела рассказывать бабушка. Похоже, людям нужно, чтобы об этих вещах говорили. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.